Всем добрый день, это Виталий, компания Boston Technic. Сегодня вашему вниманию я хочу предоставить вот такую вот сеялку Шмоцер. Она в достойном рабочем состоянии, навесная, складная, 2004 года, UD2012H, это ее марка. Значит, что у нас? Колеса, ну, сейчас в спущенном состоянии, фактически рабочем. Маркера присутствуют, все хорошо. Колеса прям вот, ну, наработка видно, что незначительная. Прикатывающие колесики есть. Значит, здесь, ну, вот как смог. Неудобно, конечно, но как смог, я вам показал. То есть, прежде всего, 9 бункеров. То есть она девятирядная получается. Ширину междурядей вы можете поменять смело. Регулировки происходят, соответственно, за счет перемещения по раме. Так что обращаю внимание. Плюс, соответственно, есть крылья. Середина у нас, ну, грубо говоря, 2 метра. Плюс, соответственно, крылья складные. Работает за счет гидравлики. Вот гидравликой. Три ряда сложили. И смело двигаемся по дорогам общего пользования. Так что, кому необходима подобная сеялка, у нас уже все есть, обращайтесь. Мы с удовольствием ее продадим.